Вот, показала нам в WhatsApp дочь Наташа, как в петербургском ботаническом саду сакура цветет. В ботаническом саду зацвела сакура. Видно, достаточно, плохо. Не сказала, только чувствуется ли от ее цветения какой-то аромат. Какая-то хорошо уже цветет прям такая. И меня, поскольку придавил из разных мест. Клипов записи страстишки гнет. Сюжет видео ее для понимания, что любовь в общем дар прекрасное увидеть. Но и для клипа сразу взять.